Лицезрейте нашу славную страну, пока еще есть возможность, господа. Не скоро еще получится. Николас Мендоза. Черт. Такой, как ты, должен нехило накосячить, чтобы стоять рядом со мной. Может, уберешь пушку, шериф? Пока кто-нибудь из господ не отобрал ее. Люблю смотреть, как грязные копы оказываются в моем автобусе. Это как бы намекает мне, что система работает. Хорошей поездочки, детектив. Отлично, мы на месте. Это недолго. Накроем этих чуваков и сходим перекусить. Ага, да, давай. Тут есть одно кубинское местечко. Кубинское? Черт, Ник, да ты же коп. Можешь позволить себе не только бобы с рисом. Правда? Бобы с рисом. Я сам тебе закажу. Ну, тогда вот что. Место выбираю я, окей? Я обещаю, тебе понравится. Ты кубинскую еду ел? В этот раз будешь за главного, понял? Ходи уверенно, смотри по сторонам. Найдем парня и грохнем их, чтобы даже не задумались пушки доставать. Ладно, делал я уже такое. Но без меня. Ну все, за дело. Давай посуровее там. Полиция! Откройте! Никому не дергаться! Руки вверх, чтобы я их видел! Руки вверх, чтобы я их видел! Отойди назад и выходи из-за стола! У них тут дверь постучали. Чувак, да ладно! Ник, давай в наручники их испаряем. Может, хватит мне в морду светить? Эй, сделай одолжение. Заткни того горластого. Салага, быстрее разберись. Так, руки за голову, медленно повернись. Тихо, спокойно. Ау, ты делаешь большую ошибку, брат. Мы теперь все друзья. Повернись, без глупостей. Что за херня вообще? Сам знаешь, херня это все, коп. Я с утра выйду, коп, и ты знаешь это. Да ну, а кокаин говорит это. Иди нахрен! Пушка! А, быстро все идет. Это что было? Ты что, не проверил дверь? Я тот, кто арестовывает. Ты должен был проверить комнату. Ну да, проверили. И в какую же херню их втянули? Есть. Ух ты, что там? Кошелек, ID. Узнаешь? Не, все плохо. Плохо это. Некого допрашивать. Эй, надоели эти бургеры уже. Взял кубинскую еду. Кто хочет есть? Эй, не с места! За ним. Черт. Давай, давай! Вон он! Не с места! Руки! Ты делаешь только хуже! А, черт! Стодар, давай вниз! Быстро! Налево на крокер, на перекрестке чисто.
тебя есть право хранить да молчание! А, слышал уже такое, да? Полицейского рейда на гостиницу Овертаун пятеро подозреваемых погибли, и один находится под стражей. На этой неделе это уже четвертый связанный с наркотиками случай явного проявления жестокости в Майами. Мы попросили Джулиана Доуза, капитана отдела расследований, прокомментировать ситуацию. Расследование еще не завершено. То есть без комментариев, сэр! Расследование еще не завершено. Вот мой комментарий. Если бы не было комментариев, я бы так и сказал. Без комментариев. Где все, черт побери? Нарковойна, сэр. По телевизору видел. Похоже, снова 80-е пришли. Надену свой белый льняной костюм, закатаю рукава. Надеюсь, с розовой футболкой. А пока, Стоддарт, спецзадание тебе. Детективы Мендоса и Дау, зайдите ко мне. Вы знаете друг друга? Типа того. Отлично. Будете напарниками. Присядьте. Мендоза, ты обнаружил сегодня несколько килограммов кокаина. Поздравляю. Вот скажи, почему на пакеты ставят штампы? Метка изготовителя. Означает, что пакет не вскрывали после упаковывания. Верно. А штамп твоего кокаина нам раньше не попадался. Судя по всему, твоя находка дня от Тайсона Лэшфорда, с которым детектив Дао уже пересекалась несколько раз. Я хочу, чтобы вы на пару ввели его в курс дела. Сэр, последний рейд Мендозы, без обид, был полной катастрофой. Вы хорошо сработаетесь. Свободны. Между прочим, я следил за Стоддартом из этого гостиничного номера. Я и не сомневаюсь. Не оправдывайся, детектив. Я и не оправдываюсь. Просто сказал... Так что там с Тайсоном Лэтчфордом? Его кокс для богачей, тех, кто не разбирается в нем. А те, которых ты накрыл, Тайсон уже не в их компании. Но иногда его старым дружкам-жуликам перепадает халява от него. Так, может, найдем какого-нибудь? Ты читаешь мои мысли, детектив. Так что будь начеку вечером. На этой нарковойне нет места шуткам. Можешь не рассказывать. За последние полгода я потерял двоих друзей. Оба патрульные. Да, слышала уже. Очень жаль. Мне тоже. Майами совсем в дерьме погряз. Это ведь как раз то, чем мы занимаемся. Разгребаем дерьмо. Стоддарт про тебя так говорил? Что говорил? Что ты обожаешь. Ваша машина грязное окно. Давайте я помою его. Не брызгай на стекло. О, Господи! Эй! Ладно, ладно. Эй, а может, отдадите, может, дадите мне хоть $5? Ладно. Знаю. Просто вы таких, как извини, я, капиталистами парень, называете. Не на моем дежурстве. Ладно. Хорошо. Следите за порядком на районе, офицер. Берегите себя. Знаешь, район, где я вырос, не очень далеко отсюда. Да? Из грязи в князи, значит? Дай-ка догадаюсь. С южного побережья? Не, из Лос-Анджелеса. Округ Ориндж. А, то есть из князи в грязи. Ага, типа того. Что это?
Наверное, конфискация наркотиков. Я не согласен на обыск. У меня достаточное основание, полудурок. Мне не нужно твое согласие. Эй, Гусман, ты кого там взял? Нашего старого дружка Хакса. Нашел у него хот-шот. Весь багажник забит этим дерьмом. Эй, Хакс, где твой друг Тэп? Не знаю. Тэпа ищете? Ага, видел его? Не, но видел его Карифана Брикса вместе с шайкой Тэпа на 12-й улице. Спасибо, Гусман, выручил. Отлично, детектив. Открывай уже! Это мой дом! Но что я сделаю, если она все пишет и пишет мне? Так, ты вырос здесь, но родился не в Майами, получается. Ага, в Гаване. Да? Как выбрался оттуда? С матерью. Она женщина упертая. А что с отцом? Не знаю. Не видел его лет 20. Мы старались убраться от него подальше. Он все еще на Кубе? Возможно, уже умер. Меня бы это вполне устроило. Какой ты добрый. Зато он был непонятно кем. Потому что у меня нет подтверждения оказания услуг. Так откуда бы у меня взялось это чертово подтверждение, если я даже не знаю, где это сундук живет? Черт! Пошел. Эй, притормози. Окей. У вас проблема, мэм? Долбаная крышка, не подходит. Ладно, хорошего вечера, мэм. Иди нахрен. Хочешь, чтобы я вызвала подкрепление, Мендоза? Ага. КП, наверное, группу спецназа отправит. На полицейской тачке весь район распугаем. Пошли пешком. Это 13-й. Мы выходим из машины. Город отсек бедный район, поэтому отсюда только один выход. Это только раздражает людей. Тот, кого мы ищем, обычно околачивается здесь. Я так понимаю, ты знаешь район. Ага, только не был здесь давно уже. Пойду за тобой. Черт! А он у тебя на побегушках, офицер? Томас, не заставляй меня шмонать твои мешки. Ты-то, конечно. Я найду там. Робин, угомони его и засунь это в пакет. Вот только никакого пакета у меня нет. Но нет у меня пакета. Нет ни коричневого. Сходи уже и сиди хоть час. Смотри, давай, он Брикс. Осторожнее, Мендоза, он непредсказуем. Чуваки, пойдешь первым, он меня знает. Я говорю тебе, мы сможем. Как будто 100 раз делали уже. Вы понимаете? Чем я? Стоять! Тебе какого хрена надо? Полиция Майами. Хотим задать пару вопросов. Эй, детектив! Это кто еще? Это мой новый напарник, Брикс. Играем тут в плохого и очень плохого копа. Где твой друг Тэп? Пошел ты нахрен, чувак. Ладно, в
Включай очень плохого копа. Ник, бери его. Говори, где Тэп, и мы уйдем. Служи и защищай меня, чувак. Да он зависает сегодня. Это все, что я хотела услышать. Погнали, Мендоза. Вам это с рук не сойдет. Я знаю свои права! Эй, мы просто возьмем и оставим его тут? Уверена, что это умное решение? Нет, но я уверена, что он пытался убить одного из нас под прикрытием в прошлом году. К черту его! Давай, ты в строю за мной. Давай сюда. Эй, напарник, ты же никому не расскажешь, что мы сделали это. Что сделали, детектив? Молодец. Пошли. Так-так. Хай, давай сюда. Спасибо. Кстати, извини, что назвала работу с тобой полной катастрофой. Неловко вышло. Но ты даже не подал виду. Стоддарт, что ты про него думаешь? Мы недолго с ним напарниками были. Стоддарт, лавочник Бугай. А весь мир его посудная лавка. Помни, это территория Тэпа. Если кто-нибудь заметит нас, ему скажут, что мы идем. Нам нельзя светиться. Ладно. Ага, строишь. Ну и что ты скажешь на то, что так? Ты знаешь, что у меня? Да ни хрена ты не знаешь. Ну, чего ты сразу так? Ладно, смотри, как я тебя сделаю. Хватит ныть, давай играй. Вот поэтому твоя двадцатка теперь у меня. Давай полков сделаем. Вот нарисуй, вот. Ладно, вот так, да. Давай еще. Черт. Он мешает нам. Брось что-нибудь, чтобы отвлечь его. Супер! Что там опять? Дэрил? Как будто что-то с крыши рухнуло. Если кондиционер навернется, то я останусь с сестрой. Если он навернется, я с ним разберусь. Мы уже на подходе. Мы не сможем просто так проскользнуть мимо этих двоих. Можешь разделить? Ладно, я разберусь. Никто никогда не станет прессовать. Я говорю, это херня. Заткнись хоть на секунду, дай послушай. Привет, Тэп. Не надо бежать, все равно догоню. Мы ищем Тайсона. Ты ее новый напарник? Она уже опробовала на тебе свое карате. Я занимаюсь крафт-магой. Карате – это сказочная чушь. Опасная штучка. Тэп и Тайсон выросли вместе. Белые парни, любители приключений. Тэп остался здесь, а Тайсон уехал навсегда. Вставай. Руки за голову. Эй, Тэп, где Тайсон?
Полно народу ищет Тайсона. Новости же, смотрите? Чувак залег на дно. Сейчас в этой игре не так долго живут. Да, мы надеялись, ты просветишь нас. Мне столько не платят, Фидель. Ник, забирай его. Я думал, ты не пойдешь на это. Клянусь, вы копы еще пожалеете. Ага, а то как же. Тэп, я в шоке, чувак. А у меня есть подписка на это. Я знаю, на тебя выдавали ордера. Я знаю, ты хранишь свой кокс за углом под мусорным баком. Я знаю тот мелкий, который только что свалил отсюда. Наверное, побежал доставать его. И этот паренек реально еще маленький для этой херни. Поэтому тебя надо упаковать. И мы упакуем тебя. Что тебе надо от меня? Эй, наушник подходит? Да, подходит. А провод? Скажи что-нибудь. Стукач Бенедикт Арнольд. Эй, тупица, ты не Бенедикт Арнольд. И это не стукачество. Зайди внутрь, проверь, там ли Тайсон, и вали оттуда. Звучит так просто. А что тогда сам не сделаешь? Проскань его лицо. Твой сканер подключается к любой локальной федеральной базе. Последнее слово техники. Следи за ним по сканеру и смотри, чтобы он не налажал. Пора завязывать. Пойди засушь лямку. Чувак, Тайсона ищу. Тайсона? Его не просто найти, чувак. Да ладно вам, подсобите другу. Братан, иди домой. Слышь, мне надо увидеть Тайсона. Ну ладно, сопли только подбери, братан. Да, да. Пусть идет. Мы внутри. Давай, Тэп, веди нас к Тайсону. Никого из них не узнаю. Сканируй дальше. Нужно выяснить, кого мы высматриваем. Эта штука оснащена направленным микрофоном. Сканируй и слушай. Тайсон здесь или нет? Ага, скоро побеседуем. Понял. Ну ладно. Это хотите ушлепки? Валите тогда отсюда нахрен. Идите по другую крышу, вперед. Давайте, валите. А что я? Нет. Тайсон, да. Но у тебя 5 минут. Все, что нужно. Тэп, что ты здесь делаешь? Это Тайсон. Сканируй его. Интересно. Нам нужно доказательство, что он был здесь. Черт, Тайсона не видно. Может, он собирается уходить? Я просто делаю то, что делаю. Не надо здесь ошиваться и меня искать. Тут небезопасно. Тайсон, всего одну. Ну, пожалуйста. Присядь. Посмотрим, что можно сделать. Ладно? Но проблему. Вообще не вопрос. Черт! Ого! Ну-ка стой! Это кто еще такие? Без понятия. Что задумала? Разберись, чувак! Сканируй всех, кого только сможешь! О, черт, они за Тайсоном пришли. Давай, нужно вытащить его, быстрее. КП, это 13-й. Здесь стрельба, мы тоже вступаем в бой. Сообщается о перестрелке на 3-й и 33-й улицах. Всем внимание. Быстрее.
Куда? Я тебя прикрою, арестовываю. Я нанял команду из Хуареса. Из Хуареса? Думаешь, Нельс притащит подонков из Хуареса? Может, из Атланты? Но не южнее границы. Но те не похожи на его людей. Просто ты до этого ни разу не видел бандюка из Атланты. Замри! Что это за чуваки там стреляют? Не знаю! Наверное, такие же психи, которые обстреливают каждый патруль в городе. Давай же, Ник, в наручники его. Ну да... Вот дерьмо! Чёртовы копы! Хай! Прикрываю. Давай в наручники того парня. Стоять! Полиция Майами! Ладно, будет тебе. Отлично, Мендоза. КП, отправляйте машину. У меня тут 4 полоски. Связь должна быть нормальной. Алло! Блин. Полиция! Стоять на месте! Какого черта? Готово. Давай наверх. Тайсон где-то рядом. Руки вверх! Вверх, сказал! Ну ладно, козел! Хана тебе! Johnny Cash.
13th hour, the 13th round. I toss it in the tower, good distance, inches. But you love my curves, no matter where. I love my titties, so I can't. Посмотрим, есть ли что-то на Тайсона. Тайсон слишком организован для этого. Ха, ты представить себе не можешь. Хорошее начало. Врагу такой отравы не пожелаю. Штамп Тайсона — это его товар. Если эта штука жужжит, будет где-то рядом. Ответственный за распространение жидкого кокаинового хотшота в Майами — наш новый друг Тайсон Летчфорд. Хотшот популярен, потому что он чище, от него не рубит. Или как там это называется. Этих улик хватит, чтобы отправить Тайсона в суд. Если доживет до того времени. Они наблюдают за Стоддардом? Наверное, он будет польщен. Ник, проверь, что тут! Нашла Тайсон! Какого хрена?
Кай, смотри. Тайсона тут и не было. Это видеочат. Черт! Мы можем подключиться снова? Вот дерьмо! Вы, копы, привели их прямо туда, да? Извини, но ты тот ублюдок, которого они пытались грохнуть. Привет, Тайсон. Вот черт! Опять ты! Эй, твой приятель Тэп исчез. Думаю, всех твоих дружков завалили. Вот дерьмо! Слушай, это не мои дружки. Временами толкаю им товар. Кто пытается тебя грохнуть, Тайсон? Уж точно не те, про которых сообщают заранее. Скажи, где ты? Мы можем защитить тебя. Извини, но я как-то сомневаюсь в этом. Вот дерьмо. Что дальше? Тайсон покойник. Если мы не придем к нему первыми. КП, это 13-й. Нам нужна трассировка исходящего IP-соединения. 13-й. Отслеживаем. Мы подключились. Дайте нам несколько минут, 13-й. Вас поняли. Пошли. Им надо несколько минут, а то и больше. Так, мы знаем, что делал Тайсон. Но понятия не имеем, где он. Доза, надо выбираться отсюда. Да. Эй, нам лучше двигать, пока другие не пришли. Полиция, руки вверх! Вверх, говорю! Как? Хороший вопрос. Может, самому надо выбирать после работы? Полиция, не с места! Какую одежду не наденешь, какая придет в гость. Поэтому лучше надевать старье и не париться, что он испачкается. Да, чуваков мочит ей. Руки за голову! Полиция! Какого хрена? Это 13-й. У нас полно вооруженных подозреваемых. Мендоза! 13-й. Осторожней, так. Держи. 7-10-49. Замечена перестрелка. Грохни его! Пристрели его! За ним! Достань! Ник, давай, давай! Берегись! Ник, давай в тачку! Быстро! Шевелись! Детектив Даун, данные с того IP получены.
Спасибо, КП. Отправьте данные. Твой друг Тайсон понятия не имеет, кто к нему направляется. Отправлю воздушную группу, чтобы прочесали район. Пойдем туда, вытащим его и назад. Звонок к обеду. Понял вас. Давай с ноги, Мендоза. Ты знаешь, что на это нужен ордер? Не ссорьтесь, мальчики. Что-то мне подсказывает, в тебе проснулись гражданские права. Слушай, мы тут не для того, чтобы арестовывать тебя. Тебе нужно идти. Быстрее. Я хоть вещи заберу. Не хочешь спросить нас, какого черта вообще происходит? Знаешь, как я провел день? С бумажками сидел. Я уже давно не шлялся по улицам. Последнее время все воюют друг с другом. Если есть плохая сторона, то я, видимо, на ней. Это все, что я знаю. Слушайте, может, обсудим это где-нибудь? Черт! Вот черт! Ай, меня ранило! Ну как ты? Вот блин. О боже! Так, я зажму рану, ладно? Чёрт! Как больно! Я знаю. Держись. Мы не за тобой пришли, Фок. Я тебя не брошу. Иди нахрен. Сядь, Тайсон! Давай, вперёд! Смотри на меня! Хай, я тут! Вот чёрт! Хай! Хай! Да блин! Хай, держись! Мы копы! Она ранена! Похоже, в артерию. Повезло тебе, что кровью не истекла. Руки вверх! Быстро! И вам тоже привет. Вы его знаете, детектив? А, его? Да, он просто с бумажками сидит.